Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Русошественники». Сегодня мы поговорим о чулымском языке. Сегодня у меня два гостя. Исследователь и преподаватель чулымского языка и другой преподаватель организации чулымцев и носитель чулымского языка. Оба живут в сибирском городе Томске. Добро пожаловать, Валерия Лемская и Ольга Кострова. Азяннар. Азянна. Здравствуйте. А что значит? Здравствуйте. Это на чулымском языке приветствие. Приветствие, да. Интересно. Да. Ну да, это важно, что сначала расскажите, пожалуйста, для тех, кто ничего не знает о чулымцах и их языке. Кто они? Ну, я, наверное, начну. Чулымцы — это коренные малочисленные народы Сибири. Они считаются, они внесены в реестр коренных малочисленных народов России с 24 марта 2000 года. Проживают в основном, получается, в двух регионах. Это Томская область и Гульдетский район, и Красноярский край и Тюхтетский район. Проживают, можно так сказать, компактно. В основном, конечно, это уже, получается, у нас какие-то центральный поселок, то есть и буквально несколько небольших поселений, там, где они, ну, еще более-менее проживает. Вот. Да. Можно сказать, что чулымцы — это самый небольшой, самый малый тюркский народ Сибири в целом. То есть, наверное, меньше уже никого нет, чем чулымцы. И по официальным данным, чулымцев всего 355 человек в Томской области и в Красноярском крае. Да. Ну, а Ольга, как носитель, расскажите о себе. Это, наверное, было сложно сохранить свой язык. И как вы сохраните его? Да, к сожалению, уже наш свой чулымский язык я, можно сказать, не слышала с детства. То есть родители у меня не говорили уже на нашем на родном языке. Они буквально, можно сказать, несколько слов, которые нам передали детям. И вот я не знала своего родного языка, только какие-то отдельные слова. Но вот благодаря Валерии Михайловне, мы все-таки в настоящее время активно у нас ведется обучение нашему языку чулымскому, и мы уже начинаем вспоминать где-то, да, спрашивать у старшего поколения, и они с радостью откликаются на наши и радуются о том, что все-таки, ну, можно так сказать, поколение 30-летних людей стали интересоваться своим родным языком, и они уже нам с радостью передают знания. Ну, и Валерия Михайловна нам помогает, потому что, чтобы грамматически все нам было понятно, почему так или иначе звучат, ну, определенные слова, предложения. Ну, в советское время многие, конечно, растеряли, да, свой язык, и в трудные 90-е годы. И сначала как-то все старались стать одним большим советским народом. Это хорошая цель, чтобы было сильное государство. Но, к сожалению, вот малые народы, они не всегда могут сохранить свою идентичность. И поэтому, ну, об этом можно очень долго говорить. Но мы не будем, да, слишком говорить о политических делах, социальных делах. Но да, русский язык – это язык межнационального общения, это государственный язык сейчас Российской Федерации. И, конечно, да, уже можно говорить, что все чулымцы говорят на русском языке, но не все чулымцы говорят на чулымском языке. А при этом очень интересно, вот у нас сейчас проходит такой необычный проект «Чулымский онлайн», да, «Östli telebiste reptilbis». То есть мы учим наш язык, как, наш язык, даже чулымцы не говорят
про свой язык никакое другое слово, кроме вот мой личный свой язык. И в этих занятиях, когда я что-то им рассказываю про их вот язык, про их предков, они, и Ольга, и другие вот наши слушатели, они вспоминают и говорят, а нам вот дедушка то говорил, а вот это что значит, а это слово, и даже какие-то фразы, маленькие тексты. И вот, знаете, думаешь, ну, не все потеряно, то есть есть шансы действительно это все сейчас оживить немножко, активизировать. Поэтому сложно в процессах глобализации, в процессах вот социальных каких-то моментов. Ну, надеемся, да? Надеемся, все у нас получится. Да. Ну, это очень интересно, что, наверное, вы, Валерия Михайловна, вы русская. И, почему вы заинтересовались чулимским языком? Это получилось случайно. Я родилась и выросла в Киргизии, в Кыргызстане. Я училась в турецкой школе. Я учила киргизский язык с детского сада. Но, к сожалению, как и все советские граждане русской этничности, не говорю на другом языке, да, ну, который учили мы так вот по программе там, школы, детского сада. Но знания, конечно, оставались. Вот. Турецкий язык как-то лучше пошел, и когда я приехала в Томск, из Томска родом моя мама, и была у меня бабушка здесь, и как-то всегда знали, что я буду здесь учиться. Через несколько лет оказалось, что вот я узнала, что есть кафедра языков народов Сибири, и после того, как я окончила отделение перевода, переводоведения, английский, немецкий языки, мне сказали, что можно изучать языки народов Сибири. И, к сожалению, вот чулымским языком 30 там, с лишним лет до меня никто не занимался. То есть, ну как, занимались, но был перерыв. 30 лет был просто большой пробел. Ну и получилось так, что я не думала, что я так надолго задержусь с чулымским языком. А теперь, можно сказать, уже вот 16 лет это такая часть моей жизни. Ну и, конечно же, знания турецкого языка, киргизского языка, они очень помогают. Но в то же время помогают и наши наставники, наши коллеги в России, за рубежом. И вот, пользуясь случаем, если можно, я бы хотела выразить благодарность. У нас вот тут в гостях, так вот неожиданно, я разверну камеру, находится Анна Владимировна Дыбо. Анна Владимировна, вот она нас очень, очень слушает, да. Это один из ведущих специалистов, тюркологов, да, мирового уровня. Это наш член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор наук и специалист по тюркским языкам. Но что особо ценно, вот наши такие наставники старшего поколения, они не просто какие-то академические ученые. Анна Владимировна каждый год ездит в экспедиции, собирает материал, работает с носителями. Вот мы очень много учимся, да, у наших старших коллег. Вот, поэтому хотела, ну, мы буквально на следующей неделе собираемся с Анной Владимировной как раз поехать к чулымцам в деревню. Ну так, разверну обратно камеру. Да, Люся. Да. Ну это, а как ваш уровень чулымского языка? Это вопрос обе. Обеим, да? Да. Мой уровень чулымского языка, можно сказать, еще низкий, потому что мы буквально только, получается, сколько, 5 месяцев занимаемся, вот так вот прям, можно сказать, 2 раза в месяц, получается, мы встречаемся и проходим, ну, грамматику, можно так сказать, языка. Конечно, у нас много источников Валерия Михайловна нам дает, но вот пока что вот еще даже не на хороший уровень, к сожалению, пока еще не вышли, но мы будем стремиться, потому что я считаю, что главное начать, а там уже можно и
Ну, мы хотим еще всячески Ольгу, как сказать, поддержать в том, что она работает в детском учреждении, в детском саду города Томска. И вот ее детский сад очень внимательно относится к сибирскому компоненту в образовательном процессе. То есть у них уже проходят сказки, сценки на селькупские мотивы. Селькупы — это вот самодийский народ за Сибири. У вас, кстати, программа была недавно про селькупский язык. А так как Ольга сама чулымка и изучает чулымский язык, носитель чулымской культуры, вот мы всячески хотим поддерживать внедрение чулымского компонента в этот образовательный процесс. И дальше, что мы можем продолжить, это то, что не только с детьми, да, заниматься культурой, но и какие-то языковые моменты тоже внедрять. И это вот прежде всего для Ольги будет полезно. Когда сам начинаешь кому-то объяснять, это сами знаете, да, то понимаешь материал намного лучше. Вот. А в моем случае, ну, конечно, я не являюсь носителем языка ни в коей мере. И когда я начинаю говорить по-чулымски, к сожалению, в моей голове большая каша. Почему? Потому что чулымский язык, чулымского такого одного большого, однородного чулымского языка просто никогда не было. И это, по сути, такая группа диалектов или говоров, да, и в каждой деревне были свои варианты. И когда я вот занимаюсь с чулымцами из Тегульдета, я стараюсь как-то следовать тому, что я изучила, что я знаю, но тут или там проскальзывают какие-то другие слова или другие окончания. Или же бывает, я напишу что-то, они спросят у носителя, а носитель говорит: да это неправильно, надо совсем не так. Поэтому мы очень рады тому, что мы все еще можем работать с носителями языка, что у нас есть к кому обратиться. Они все пожилые, но довольно бодрые. Мы надеемся, что они еще будут живы и здоровы многие годы и будут нам помогать. Сколько носителей существует сейчас? Ну, у нас, по последним данным, около 10 человек, это вот, которые говорят на чулымском языке свободно и, ну, и могут к чему-то научить, что-то передать, ну, и понимают, и говорят. Ну, где-то порядка, не знаю, сколько людей, но людей примерно от 50 и до 60 примерно, они многие понимают чулымский язык, но, к сожалению, уже не говорят. Но я думаю, все поколение, которое моложе 40 лет, но... я думаю, к сожалению, уже, ну, понимание такое ограниченное, только, можно сказать, обиходные слова, ну, какие-то отдельные слова. Ну, на самом деле интересен тот факт, что вот как я уже упомянула, да, говоришь какое-то слово, или люди сами вспоминают. То есть вот обрывки коммуникации, они существуют намного в большем таком масштабе, чем мы сами можем оценить или предположить. И, скажем, мы вот тоже, когда я начала заниматься исследованием чулымского языка, уже несколько десятилетий думали, что нижний диалект совершенно исчез. А в 2007 году нас нашел последний носитель этого диалекта, который очень отличается от языка вот группы, где Ольга проживала, да. И тот носитель, он сам нас нашел, и оказалось, что он владел своим вот языком, и диалект не был исчезнувшим. Ну да, он был очень пожилой, сейчас этого диалекта уже нет, но мы смогли с ним поработать и очень многое записать. Вот, поэтому в целом мы предполагаем, что, ну, одно дело делать какие-то печальные прогнозы, а другое дело, что язык и культура — это такое живое, это живой организм, который действует по своим каким-то правилам. И если у народа интерес, если есть поддержка, если есть внимание, ну и в том числе мировой общественности, да, то этим всем заниматься намного интереснее и даже хочется продолжать. Надеюсь, что все будет не столь, да, грустно, как это может показаться на первый взгляд. Да, ну это интересно, потому что
В 2008 году два американских лингвиста сняли документальный фильм «Лингвисты», «The Linguist», о четырех умирающих языках мира. Один из них — чулимский язык, и это из-за этого фильма, что я узнал о чулимском языке. И да, это очень хороший фильм, очень сильно рекомендую. Да, но знаю ли я, вы смотрели фильм или нет, но что изменилось после их визита в Чулимское село? Помог ли фильм в сохранении языка и культуры? Ну, по-моему, вы его не смотрели, да? Я его фильм не смотрела в силу того, что, к сожалению, я английским языком не владею. Я просто смотрела, так скажем, без понимания, что они говорят. Мне было просто интересно то, что они снимали, какие съемки, ну, делали. Я вот только в таком формате я отрывок посмотрела. И хотела бы сказать, что в любом случае любое внимание, которое, ну, которое чулымцам уделяется, либо этнограф, кто языками занимается, либо какие-то документальные фильмы снимает, это всегда привлечение внимания, прежде всего, самих чулымцев, как-то вернуться к своим, так вспомнить, либо осознать, либо где-то себя найти вот в этих фильмах. Всегда, ну, это всегда положительно влияет на самих чулымцев и, конечно же, и на мировую, так скажем, общественность, что они несут информацию о самих чулымцах. Но для самих чулымцев это, конечно же, в любом случае сыграло положительную роль, потому что кто-то себя больше осознал, у кого-то больше понятий, у кого-то больше, кто-то больше информации о себе узнал, как ну, я имею в виду через эти фильмы, и, соответственно, они уже, чем больше информации знаешь, тем больше увереннее тогда себя чувствуешь, и, соответственно, ну, какое-то национальное, так скажем, самосознание, оно повышается. Интересен тот факт, что на этот фильм существует ограничение, копирайт. И Грегори Андерсон, один из, да, участников, то есть мы хорошо с ним общаемся, контакт держим, он говорил, что он даже сам не имеет права этот фильм там кому-то показывать или делиться им. Вот, к сожалению, он отсутствует в открытом доступе, есть какие-то обрывки, трейлеры, и даже Грег, по-моему, сам должен, вынужден был купить копию этого фильма, хотя он снимался как один из главных героев. И, понимаете, вот широкая общественность этот фильм не видела. Мы смотрели, я смотрела его, когда они сами приехали, вот Грегори и Дэвид, последний раз в 2008 году, и показали у нас в университете в рамках конференции. Ну и был вот Василий Михайлович Габов, наш основной консультант, тот, о ком они тоже очень много говорили в фильме. Но, конечно, во-первых, многие в академической среде на Западе узнали о чулымцах благодаря этому фильму. Во-вторых, когда они снимали сам фильм, вот знаете, для Тегульдета, для Тегульдетского района в 2003 году, это было большое событие, что вот они жили, да, 90-е годы сложные, там Россия начала как-то немного оживать в экономическом, политическом плане, и тут оп! В далекую деревню приезжают с аппаратурой, там, с камерами, с какими-то устройствами, американские люди, да, такие прям, по-моему, пятеро их было, то есть, и снимают вот что-то хотят найти. И в Тегульдете люди сначала не поняли, что им надо. И понимаете, потом оказалось, что они не просто снимают чулымцев, а тех, кто говорит на языке. И вот тогда сразу стали задумываться, а кто же может с ними поговорить? И вот они не просто, да, спрашивали по-русски, там, ты говоришь или нет, а они просили по-чулымски рассказать о себе. И вот тот момент, ну, я думаю, один из самых тоже важных, когда Василий Михайлович Габов, он сначала был просто для них водителем. И вот они в фильме об этом очень хорошо говорят, да, что когда приехали к старой бабушке, вот он начал спрашивать на языке. То есть сначала они спросили, говорите ли вы по-чулымски, а сами чулымцы, слово «чулымцы» тогда еще не сильно употребляли.
То есть там были вот и сашные татары, ну что там еще, mm-hmm. как юзские татары, как вот вас, а хакасами вас называли. Нас этими, господи, милецкими татарами, тутальскими татарами, по властям, по основному. Да, ну то есть они знали или что мы татары, или что мы хакасы, а то, что мы чулымцы, они не знали. А приезжают Грегори и Дэвид и спрашивают, говорите вы по-чулымски, а люди так ничего не понимают. А говорит им Василий Михайлович потом там, «Эстили тилибля комисайдыш, эстили тилине там пилипзинга». То есть скажи немного на своем языке, знаешь ты свой язык? И оказалось, что Василий Михайлович прекрасно говорит на своем языке, а поначалу он даже сам не понял, что им нужно, Дэвиду и Грегори. И понимаете, оказалось, что вот этот фильм, ну, начал такую большую документационную работу среди тигульдетских чулымцев. И дальше я немного, ну, когда я начала заниматься языком, мне хотелось туда поехать, где вот американцы еще не были. А это оказался Красноярский край, деревня Пасечная. Ну, там немного другая история. И в целом, я бы сказала, да, фильм, он на самом деле повлиял, но, к сожалению, все чулымцы вот Тигульдетского района, Пасечного, они не видели этот фильм по ряду причин. Вот если бы те, кому принадлежат права на этот фильм, как-то могли показать это народу, или, знаете, ну вот если бы у нас это показали по Первому каналу в России, то о чулымцах знали бы все. В России, в странах Средней Азии, там, в Америке и так далее. Поэтому, ну, будем надеяться, может быть, такой гуманитарный проект состоится. Да. А некоторые иностранцы пришли к вам из-за этого фильма? Или? Ну, сложно сказать. Некоторые, может быть, они и видели, вот есть наши коллеги в Турции, в Польше, в том числе и в Корее, которые искали такие языки, которые еще мало описаны, и такие наиболее уникальные. Вот чулымский действительно один из самых уникальных тюркских языков. Тут есть такие грамматические и лексические явления, каких нету вообще нигде. Вот мне, опять же, как тюркологу, ну вот Анна Владимировна сейчас вышла, она бы могла подтвердить, что обозначение медведя почти во всем тюркском мире что-то свое. Это аи, аир, аю. А по-чулымски зачем-то могалак. Есть предположение у польских наших коллег, откуда это происходит слово. Сейчас не буду врать, не помню, надо проверить. Вот. Но, понимаете, это один из таких самых ярких примеров. Ну вот вы, наверное, слышали в детстве, да? Могалак, могалак. Mm-hmm. Это такое слово обычное, но оно у чулымцев только у них оно есть. И сплошь и рядом такие явления во всем языке. Вроде бы предполагаешь, я критиковала корейских лингвистов в статье, они говорят, вот мы ожидаем, что формы, которые мы не записали, вот так будут в грамматике. А я им пишу как бы ответ, а с чего вы это взяли? Почему вы так ожидаете? Если бы вы спросили чулымца, вы бы вот нашли бы что. Ну, такой вот интересный, загадочный чулымский язык. Да, но вы уже ответили мой следующий вопрос, можно сказать, потому что мой следующий вопрос был, наверное, давайте поговорим о самом языке у вас, что у вас есть интересные факты о языке, но вы уже сказали, но у вас есть еще интересные факты. Может, вот что вам что-то, может быть, не знаю, удивляет, когда вот вы изучаете, да, свой язык? Но, конечно же, меня удивляет о том, что в одном, например, слове в чулымском может содержаться несколько глаголов. Например, ну там встань и клади, да, да, да. То есть турпсал, например, да? Да, да, да. Айдышсал. Айдыпсал. Да, да, говори. Ну, расскажи. Расскажи, да. Да. Вот, то есть вот такие вот моменты. Потом, конечно же, в нашем языке, вот
в процессе изучения, например, что нет предлогов в чулымском языке, а есть определенные суффиксы, ну, которые в словах, и мы уже по этим суффиксам, ну, определяем, что нужно, куда конкретно. Еще мы очень длинные, да, слова записывали. Вот. Да. Это агглютинативный язык, как все турецкие языки. Да, когда много суффиксов, вот агглютинативный язык. Да, 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 да. Прошедшее, будущее время, ну и все остальное. И еще, ну, конечно, такие моменты, что нет рода в чулымском языке, например. Если ты говоришь, это не важно, это мужской или женский род просто... И еще то, что есть определенные слова, которые обозначают просто, и говоришь одно слово, это значит, нужно, повелительное называется, нужно, значит, взять и сделать. Не нужно там целые длинные предложения, возьми, пожалуйста, я тебя прошу там пойти что-то сделать. Здесь просто одно слово, этого достаточно для того, чтобы, ну, уже принудить кого-то, принуждающий, так скажем, к определенным действиям кого-либо. Ну, там... Может, есть такой сайт «Малые языки России», и там есть статья про чулымский язык. Я ее написала. Она, конечно, не очень академическая, старалась писать на таком легком уровне, но примерно для общей картины о языке. Там есть образцы текстов с носителями записи. Вот, можете тоже, кто желает, познакомиться с этой статьей. И сейчас как раз студенты ее перевели на английский язык, и мы вот отредактируем и дополним. Ну и в плане вот глаголов, знаете, для меня, как для лингвиста, очень интересен факт, что не просто два даже глагола, а три глагола подряд в чулымском — это абсолютно нормально. Ну, то есть не просто три разных действия, а одна форма слова, в которой три глагола. Или даже бывают еще там какие-то другие более интересные моменты. А если этимологию взять, то и четыре глагола будет. Вот. И некая такая тенденция, ну вот как лингвистические явления, к сериализации. То есть вот тенденция к какому-то аналитизму, сериализации. И вот это в том языке, который бесписьменный, который имеет малое количество носителей и который очень сильно разнится от деревни к деревне. То есть, ну, это если уж совсем вкратце. Да. Но вы говорите, некоторые, на некоторых тюркских языках. А чем он, чулемский язык, отличается от других тюркских языков? Это, знаете, такой риторический вопрос всей тюркологии в целом. Это возьмите, что такое тюркские языки, семья, да, тюркская семья языков. С одной стороны, это языки, в которых почти везде, там, один это бирь, ну, или похоже, но одно и то же слово, там, мян, бян, это тоже одно слово, я. А в которых, я не знаю, там, небо, кюн, ночь, там, кече или тюн, там, ну, геджи по-турецки, там, изменение случилось, неважно. Вроде бы одно и то же. Берете буквально какое-то небольшое грамматическое явление, и там такая разница, оно все вроде бы процессы одни и те же, знаете, но то, как это реализуется в каждом конкретном языке, до такой степени удивляет. И я уже сказала, что, ну, здесь есть такие вот, как раз у меня сейчас одна из задач, мы с Анной Владимировной Дыбо тут обсуждали, почему же при там присоединении каких-то окончаний происходит изменение последнего корневого гласного основы, если это «а». Ну, например, «пала» — это мальчик или сын, будет там его сын в одном диалекте «полозу», а в другом «полезы». И знаете, такие процессы, которые пока еще непонятно, почему происходят, происходили в чулымском языке. Поэтому, ну, возьмите любой уровень языка, фонетику, лексику, грамматику, и возьмите любой тюркский язык, каждый из них будет иметь свою уникальность. Поэтому вот мы, лингвисты, стараемся это все разгадать. Все чулымские тайны у ваши. Стараемся найти. Да. Но как я читал, что чулымский язык — это
близкий родственник, как называется еще раз, якутскому языку, да? И да, и нет. Здесь вообще вот Алтай-Саянский регион очень интересен, что вот, во-первых, Саяны, да, это по одному из предположений, это прародина тюркских языков. Вот как раз Хакасия, Алтай-Саянский регион, Хакасия, юг вот Сибири, Алтай, Кемеровская область, там частично Красноярский край. Ну и Томская область у нас не совсем прародина, это то, куда недалеко ушли древние вот тюрки. И получается, что хакасский язык тоже очень сильно разнится от региона к региону. И вот Анна Владимировна Дебо буквально в одной из недавних экспедиций установила тоже вот некую закономерность перехода этих диалектов. И, можно сказать, установила новый, ну не новый, а новую классификацию хакасских диалектов. Поэтому, знаете, ну, якутский язык может быть в целом, но он якуты очень давно ушли. Вот сейчас Анна Владимировна почему ушла? Она вышла как раз работать с якутским информантом у нас здесь, в Томске. То есть Томск у нас такой центр, в том числе и тюркологических исследований Сибири. Знаете, ну, мы давайте, наверное, не будем слишком поверхностно говорить на эти темы. Это на самом деле непростые лингвистические вопросы. Но самое главное, что в Сибири нету какой-то такой большой общности, как каждого языка. То есть каждый язык имеет огромное диалектное варьирование. Я думаю, Ольга не даст соврать, да, что в каждой деревне вот у чулымцев свой какой-то, так сказать, вариант. Да, да, об этом я прекрасно знаю, потому что норвежский язык имеет очень много диалектов, это очень много, и они очень разные. И это такая ситуация, такую ситуацию я прекрасно понимаю. Ну, и плюс еще, вот знаете, вы говорите о норвежском языке, а если взять германские языки и диалекты в целом, да, то, как утверждают, что какие-то там северные говоры немецкого языка сближаются с говорами нидерландского языка, а что вот то, что в Баварии там совсем другая история, и вот когда слушаешь, да, диалектные варианты германские, очень сильно удивляешься, как насколько сильно различие, при том, что ваша письменная традиция, литературный язык существует просто многие сотни лет. А вот, скажем, в таких языках, как чулымский, там вообще нет письменной нормы. В хакасском она существует, но тоже не так давно. Поэтому, ну, то, как живут языки, это действительно удивительное просто дело. Да. Ну да, и я помню в документальный фильм, что это как я, если я правильно помню, что лингвисты, они просто нашли одну книгу о чулимском языке, да. И это было, потому что это было, тогда было очень мало написано о языке. А как ситуация сейчас? Ну, Иван, можете сказать? Ну да, в настоящее время, конечно, у нас, например, в 2019 году у нас опубликовали перевод Евангелия от Марка, то есть книгу прям у нас вышла в таком впечатанном хорошем переплете, ну, и была, ну, передана, можно так сказать, чулымцам, и которые мы сейчас активно используем в изучении, ну, да, которые, в занятиях, которые активно используем, ей читаем, учимся, переводим. Вот, что у нас пока и все больше. Ну, да, это была и пока еще остается первая книга для чулымцев, то есть не академическая грамматика, не какие-то там лексические, знаете, сборники. Вот. И наши занятия, которые мы проводим онлайн, чем хороши сейчас новые технологии, все, что вот мы делаем, мы сразу записываем и хотим потом издать пособие. Пособие, ну, такое, да, учебный материал для дальнейшего изучения самостоятельно чулымцами.
Плюс еще сейчас у меня уже в издательстве первый том, и второй том я готовлю. Это вот по языку деревни Пасечная. Это тоже книга, с одной стороны, для самих чулымцев, а с другой стороны, для ученых. Там у нас такая комплексная задача. Но самое главное, что интерес есть, и очень радует, что чулымцы пишут на своем языке. И знаете, я, конечно, сейчас, может быть, сразу и не найду, где это, но мы даже уже у нас есть чат в WhatsApp, да, и как-то тут мы даже пытались переписываться по-чулымски. Сейчас найду, где это было. Ну вот давайте я покажу, вот, может быть, не очень хорошо будет видно, но вот мы стараемся писать по-чулымски. Вот, поэтому язык у нас живет. Да, Здорово. дело тоже идет. Да. Но по крайней мере, достаточно много написано на чулимском языке и о чулимском языке, можно сказать. Что если сейчас существует материал, да. Материала много, только у меня там около 50 публикаций только про чулымский язык, но в то же самое время вот сказки вы наши видели. Да. То есть в любом случае материалы в интернете, даже в интернете в свободном доступе можно достаточно найти и с ним ознакомиться. И у нас вот в рамках проекта Музей Центра возрождения чулымского языка есть на сайте библиотеки, тюбльдетской библиотеки, ну, поселковой местной. Там все материалы с наших уроков выкладываются, то есть можно онлайн все прослушать, и все материалы также, так скажем, в печатном виде предоставляется, и там у нас еще есть словарь, который постоянно пополняется, поэтому чулымцы обращаются и к словарю, и к урокам, ну, в силу там определенных, когда чаще, реже получается. Но в любом случае интерес есть, и мы так смотрим, что все равно проявляется, так скажем, генетическая память о том, что мы Это являемся точно. чулымцами, коренными народами, коренными малочисленными народами, и нужно как-то себя все-таки поддерживать и хоть что-то вспоминать и владеть. Еще вот интересно, то, что лингвисты собирают, вот для нас наиболее радостно, что люди такие, как Ольга, активные носители культуры, они стараются это тоже обратно к себе забрать. То есть вот у нас 20 февраля был праздник родного языка, и Ольга со своими подругами, ну вот не знаю, видно или нет, можно потом, конечно, фотографию прислать, они сделали, ну, а, так у меня исчезло, да, вот. Они сделали такую небольшую сказку, инсценировку, может быть, буквально два слова. Расскажите, что за сказка и как вы ее нашли? Да. Мы ее нашли в источниках, описанные Элеонора Львовной. Да, Львова. Да, Львовой Элеонорой Львовной. Львовной, Да, она этнограф, этнограф наш, да. томский тоже. И у нее вот было описание, так скажем, Чулымского фольклора, да. чулымского фольклора, образование Большой Медведицы, так скажем. Читиге называется. И мы вот, она такая небольшая, и мы решили, что вот на День родного языка мы представим ее инсценировку. Как театральное представление Как небольшое. театральное большое представление. Но мы, конечно, наша одежда, там можно сказать, такие больше мы старались, нашли описание, как она раньше выглядела, постарались, ну, как-то ее сшить, хотя бы немножко, чтобы она была похожа на нашу национальную. Конечно, это еще, так скажем, такой начальный уровень. Еще у нас не совсем такой, я имею в виду, Но без это орнамента, хорошее без начало, ничего, да, да, ну, они, хорошее это начало. хорошая база. Да, можно так. То есть они провели такое свое исследование, посмотрели, что этнографы, лингвисты записали, и самое ценное, взяли вот описание этой легенды по-русски, перевели ее в деревне на чулымский, и на чулымском языке рассказали и показали, как появилось созвездие Большой Медведицы. А легенда, которая называется вот, «Большая медведица», звезды называются Чедиген по-чулымски. То есть у нас такой какой-то, вот я даже не знаю сейчас, как
взаимодействие, да, что народ тоже обращается к тому, что делали вот мы, лингвисты, этнографы, и для себя берет тоже много полезного. Да. Но существует ли достаточно материал, чтобы иностранцы могут изучать чулимский язык? Как думаете, у нас достаточно сейчас материалов? У нас, я думаю, если иностранцы на английском говорят, есть. Да, ну для этого надо, конечно, прежде говорить по-русски. Но даже если, так скажем, начального уровня, то, что, какой есть материал на нашей библиотеке, я думаю, что там достаточно уже. Наш проект, который сейчас идет, вот онлайн-курсы, и там очень много материала, можно вполне изучить для небольшого разговора, для какого-то диалога. И плюс еще вот книга выйдет сейчас, плюс еще у нас есть академические наши труды, сборники текстов, платформа LingvaDoc, куда тоже выложены словари, даже со звуком. То есть материалов очень много, было бы желание, как говорят по-русски. Да, 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 это правильно. Изучайте наш чулымский язык. Да. Мы поможем. Да, хорошо, я поставлю ссылки в описании, если у вас есть полезные сайты, например. Да, конечно. Хорошо. Спасибо. Ну, хорошо, я думаю, что это все. Спасибо огромное, что вы оба пришли на подкаст. Спасибо вам за приглашение, и будем надеяться, да, что о чулымцах и о чулымском языке благодаря вашей программе узнает еще больше человек, больше людей. Спасибо большое. Да, спасибо за внимание, спасибо за приглашение, интервью. Очень, очень рада, что интересуется, что информация дальше у нас продвигается. Да. А как сказать «до свидания» на чулимском? Чакшизм. Чакшизм калыш. Или чакшизм полуш. Пусть будет все у вас хорошо. Оставайтесь с добром. Примерно так. Чакшизм калыш. Да. Чакшизм калыш. Чакшизм калыш. Чакшизм калыш. Практически идеально. Да. Хорошо. До свидания. Спасибо. До свидания. Чакшизм калыш.